Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Павел, и вы находитесь на канале ППК. Сегодня у меня на обзоре Viltrox AF35.1.8 под систему Z, соответственно, это у нас полнокадровое стеклышко. Здесь у меня рядом лежит 56.1.4, которая уже разработана для кроп-камер. И по размеру, как мы видим, они сопоставимы, плюс-минус, хотя по весу Viltrox 35 будет чуть-чуть потяжелее. Но при этом это стекло мы можем использовать как на кропе, так и на полном кадре, что очень удобно. В комплекте поставки у нас идет чехольчик, лепестковая бленда, которая может в два режима использоваться, в походном и в боевом. Много места она не занимает, и эргономически форма объектива очень хорошо продумана, чтобы он был компактным. Если взять 35-ку и Z50, то есть, например, тот же шейкер, который я частенько снимаю, его очень удобно даже с одной руки снимать, то есть... Высокая светосила позволяет делать плюс-минус короткие выдержки, а компактные размеры и развесовка позволяют держать довольно ровно руку, даже на вытянутой руке, и делать кадры прямо на лету. Кольцо управления фокусировкой у нас здесь электронное, не люфтит, работает довольно хорошо, но я на всех беззеркалках отключаю управление автофокусом. Через это кольцо, только в мануальном режиме оно включается. Также здесь есть традиционно уже для Вилтроксов управление, кольцо управления диафрагмой. И почему-то на 24-ке или на 85-ке, я уже не помню, на каком из этих двух стекол, так как мне их давали на обзор, кольцо очень легко смещалось, в то время как на 35-ке оно очень туго ходит. То есть оно ходит плавно, но очень туго. То есть случайно переехать на F16 не получится. В то же время, как и выставить другие значения, по крайней мере на этом экземпляре, это бэушный экземпляр, ходит очень туго. В то время как на моем, который мне достался новым, 56.1.4, ходит оно очень легко, и я не часто, но периодически на съемках его зацепляю и сдвигаю в 16. Кстати, по поводу этого экземпляра, поскольку он бэушный, то возможно какие-то особенности этого стекла будут связаны именно с тем, что оно бэушное. На самом деле после 75.1.2, 56.1.4, 24.1.8 и 85.1.8 от Вилтроксов я ожидал от 35-ки, что она будет как минимум такая же, как 24-ка и как 85-ка полнокадровая. Но все-таки это стекло отстает от них в оптическом плане. То есть оно на 1.8 примерно такое же, как 56.1.4 на 1.4. То есть у него, как я заметил, есть хроматика. Да, она не сильно бросается в глаза, и опять-таки это все правится кликом, но примерно... Последние стекла, которые я тестировал, они, грубо говоря, по графику, по хроматике были вот такие вот. То есть плюс-минус где-то что-то такое. Здесь же у нас в каком-то смысле амплитудный скачок, то есть по хроматике она мне сразу видна. Я уже в каком-то смысле отвык от этого момента. И что касается резкости, то вроде бы четкость есть, но звенящей резкостью я не могу ее назвать, как, например, на той же 85-ке, которую вот вообще не хотелось закрывать на 1.8, или же той же 24-ке. Опять-таки речь про Вилтроксы. Здесь же у нас резкость как будто бы или чуть хуже, или чуть она плавает, не знаю. В общем, вроде все четко, вроде бы обработанные фотки выглядят неплохо, но ожидал я большего. Возможно, это просто мои завышенные ожидания к этому стеклу. Что же касается фокусировки по глазам, видео, фото, никаких проблем не было. Ну что, давайте протестируем автофокус по глазам на объективе Viltrox Z5 Full HD. Стабилизация включена, съемка с рук, 1,5, 400, 1,8. Шейкер отснят. Никаких промахов тоже не наблюдалось, то есть что в видео у нас держит и лицо, и глаз без проблем на той же Z5, что в фото на Z5 и на Z50, по глазам отлично четко бьет, попадает, и в общем в этом плане проблем нет. При том, что у нас на кропе становится это 52 мм, то есть уже в каком-то смысле что-то около портретное, и в целом портреты даже неплохие получаются. И на полном кадре у нас стандартная, так сказать, 35-ка. Диафрагма здесь у нас 9-лепестковая, Вилтроксы любят 9 лепестков. Закрывается она, как вы поняли, уже до F16. И на удивление здесь очень неплохое боке. То есть боке мне напоминает родную G-шную 35-ку, обзор на которую должен быть позже. Оптическая схема построена по принципу 10 элементов в 8 группах. У нас тут одна низкодисперсионная и одна светопреломляющая линза.
Несмотря на то, что это полнокадровая 35 и 1.8, на удивление внешняя дырочка очень прям мелкая. То есть у нас диаметр под светофильтр 55 мм, но если посмотреть на размер передней оптики, то тут можно было и 52 вообще сделать. Байонет у нас, конечно же, металлический, латунный. На байонете также имеется Type-C для обновления прошивки. По крайней мере, я посмотрел версии прошивок, и он лишь поддерживает современные камеры. А в остальном смысла нет. По крайней мере, у Никона проблем, судя по всему, не было с этими стеклами. Корпус довольно плотно собран, не люфтит, не трещит. Мне нравится его внешний вид, то есть он довольно аскетичный дизайн имеет. Единственное, что здесь у нас вот красная вот эта надпись DF и RBV. В то время как на 56 мм у нас здесь C. Ну и на 75 1.2 просто Pro, без всяких красных и тому подобных цветов. На кропе он в целом очень неплохо сидит и довольно компактный. То есть, к примеру, если брать какие-то другие более жирные стекла, допустим, 85 1.4 или 85 1.8, тот же на полный кадр, то там прям здоровое тяжелое стекло, и я даже немного жаловался на развесовку его и тяжесть в работе. То в то время как 35-ка, она по размеру и весу не сильно отличается от 56 1.4, и то есть ее можно взять, если у вас есть и кроп, и полный кадр. То есть удобно будет использовать ее и там, и вы не почувствуете, что вы нацепили сюда именно полнокадровый объектив и будете страдать условно от размера, веса и тому подобное. Что же касается полного кадра, то здесь тоже никаких проблем нет, он также довольно легко садится, то есть его баланс довольно приятный в этом плане и очень удобная развесовка. На данный момент из претензий к этому стеклу у меня только одно. Опять-таки повторюсь, что оно бэушное. То есть оно выбивается по резкости, по качеству среди полнокадровой линейки. У меня еще не было полтинника Viltrox, но по ощущениям, опять-таки, 24 и 85 была куда резче на открытой, куда более рабочая. Хотя и эта дырка рабочая, но все-таки, говорю, немножко избаловали 24 и 85, и хочется прикрыться. Но прикрываться не стоит, так как светосила 1.8 не так, чтобы прям лютая. И даже при закрытии на 2.5, на 2.8 мы теряем стоп или даже полтора стопа экспозиции. Да и при таком фокусном расстоянии, при такой диафрагме у нас уже и теряется сильно размытие. Что касается цен на это стекло, то на удивление на Алике он стоит примерно 38 тысяч рублей, что очень дорого для этого стекла. Все-таки я помню те времена, когда его можно было за 21 тысячу взять, но я тогда пожалел денег и не стал брать. В итоге сейчас купил бы ушный за цену дороже, чем он стоил тогда новый. Так вот, что касается бэушных, то его цена примерно 23, 25, 26 тысяч рублей на Авито. В то время как новые, опять-таки, их тоже можно выцепить дешевле, чем они сейчас стоят на AliExpress, на том же Авито. В общем, если вы ищете нативное, так сказать, решение, я имею в виду без переходников, то я думаю, это будет за свои деньги все-таки лучшим вариантом. Если у вас уже есть FTZ, то брать G-шку 35 1.8, возможно, особого смысла и нет, так как ее сетап будет несколько больше. Хотя я их пока еще не сравнивал лоб в лоб, но, по-моему, 35-ка была чуть резче. В одном из следующих видео я сравню, соответственно, обе эти 35-ки. Если его сравнить с 40F2, то, пожалуй, блинчик этот 40F2 будет несколько получше. Но, опять-таки, там 40 мм и F2. Если верить грип-калькулятору, то у нас получится, что размытие будет сильнее при одинаковом кадрировании все-таки на этом объективе, чем на 40F2. Поэтому если вы гонитесь за глубиной, так сказать, плана, то все-таки нужно иметь 35-ку. Но преимущество 40F2 в том, что он прям совсем малютка. Ну а на этом все, друзья. Примеры будут, как всегда, по ссылочке в описании. Не забывайте проверять группу ВКонтакте и Телеграм-чат. Вам, как всегда, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.